5 мая в Волгограде 500 ребят вступят в ряды Всероссийского детско-юношеского объединения «Юнармия». Торжественная церемония состоится на главной высоте России в Мамаевом кургане. Наряду с волгоградскими школьниками клятву юнармейца принесут также ребята из Курска. Потом юнармейцам возложат алые гвоздики к вечному огню в зале воинской славы. В качестве почетного гостя на церемонии ожидается директор департамента региональных программ главного штаба юнармии Сергей Тагаев.